О, ребята начинают. Скоро 8 лет. 5, 4, 3, 2, 1. Lock and load. Напиши, какого числа. А получается, что если сейчас карту забирают XMS, то они выигрывают? Да. Черт, будет 3-1. Не будет пятой карты. Так, так, все, ребята начали играть. Пред взял свое ключевое оружие магнум. Из физика пытается зайти на... Что там у нас? Карнейдж. Вместе с центром его закрывают. Класс, тем временем сейчас будет что с спавом? Нет, с магнумом. Встречается он с карнейджем. Ребята ходят 2 на 2. Ой, пред. Пред просто подлетел. Подлетел на шокер. Подлетел, да, убился. Класс убивает преда, который только риснулся, даже не успел ничего себе подобрать. Сентри запаковывает карнейджа. Класс встречается с двумя ребятами. Карнейдж сейчас будет брать магнум. Пытаться прорубиться вниз, под мост. Ой, точнее, под лифт. Перепутала слова. Да, ребята тем временем хотят на зарядку опять пробраться. Возможно, это у нас будет опять зона контролируемая. Хотя, кстати, не похоже сначала. Ну да, нет, достаточно большая мапа, я думаю, что тут нет каких-то определенных зон для контроля, наверное. Да и зарядку, к сожалению, легко выбить. Тут стоять опасно. Можно с магмом в голову дать легко. Да, пред выглядывает, смотрит его противники. Вот, хотел, видимо, он... Карнейдж очень хотел, да, в РПГ зайти. Убивает в центре, и пред приходит на размен. Так, с центре сейчас будет брать шотган. Шотгана в ТГ никуда. Шарик поймал в центре. А оружия-то нету для ближнего боя, он просто уходит, все взял. Встречает Карнейджа, который преда убил. Карнейдж уходит, встречает Кваза, на развороте делает просто хедшот ему, ставит. Карнейдж отжирается в этот момент. Сейчас на трубе, наверное, полетит кто-то из них, либо они просто будут выходить. И трубой вообще, что ли, не пользуется? Сентри убивает Карнейджа. Счет. Счет 5-7 пока. Ой, пред по двоим попадает магнумом, но никому хэдшот не ставит. Эршот ставит в центре, в центре шотганом убивает. Господи, как же это было красиво. Боже, это реально было очень красиво, я такое очень люблю. Так, что ж, пред убивает карнейдж, который сбоку подходит, застрачивает в центре бедного, которого там мало хп оставалось. Так, пред контролит зарядку, о, убивает кваза. Хороший. И второго сейчас ставит. Второго, да. Да. Карнейдж наверху, пред за ним смотрит. Не выпускает просто. Не выпускает. В центре подошел, его убили. Бочка тупо лежала. Сейчас в спину преду могут зайти. Да, кваз сейчас заходит в спину. Вот этот на самом деле багованный там подъемник. Я не знаю, почему я постоянно всегда на нем застреваю, на этом эйре. Да, мне вчера сказали, что карнаж можно... даже не стал подниматься. Мне вчера решил обойти сетку, забежать. Сказали, что да, можно на Е нажать, и лифт поднимется. В центре этим лайфхаком пользуется. Я не знал. Да, я тоже узнала спустя столько лет, понимаешь? Так, вас сейчас пытается переселять. Да тут просто оффлайф, видимо. На трубе кто-то летит. Кто летел в центре? Пред. Его контролят. Не может забрать этот трубе, потому что очень жестко контролирует. Квас, но квас забивает. Карнейдж пришел, прибил просто преда. В центре поет мстить, идти на это слово. Да, сейчас ребята вдвоем осадили просто его. Карнейдж хилится, пред видит, ставит хедшот к квазу. Преду в спину может заходит. Вас шотганом, ой, карнейдж шотганом убивает его. Выбивает. Тут на помощь уже прибежал. А в центре невыгодной позиции находится два противника, у него сверху находится. Ага, в центре хороший хэдшот ставит. Так получается, что вся драка у них так и происходит на меду там возле зарядки. Да, они пытаются держать, но очень удобная позиция, чтобы смотреть, кто там залетает на РПГ, потому что по всей карте слышно. О, карнаж сейчас с разворота, да, очень красивый выстрел. Я за классом смотрела в этот момент, к сожалению, не увидела.
Да, ребята держат эту позицию. За РПГ полез, за РПГ квас полез. Все, его убили, пред вышел, занял. Корнейш не смог ему помочь, потому что пред с другой позиции, с другого конца просто в комнату зашел. Квас отомстил за свой килл. Повезло Карнажу, видимо, да, что квас подкинул гранату. Нету своего тиммейта. Да, ребята на миде встречаются. Сентри убивает кваза, сентри убивает Карнейджа. А он не пойдет за РПГ, ему еще нужно отхилиться, твоих ребят встречают противников, они его убивают. В этот момент пред пытается как-то отстреляться. Кто там, квас опять прыгает на РПГ. Да, квас прыгает сейчас, ему нужно отхилиться немного. Нет, какие-то ресурсы. А, видит противника, но не идет на него почему-то. Карнажу очень нравится этот подъем. Он сейчас опять полетит на него. Квас услышал, что кто-то летит, пытался взорвать комнату с РПГ, но его обманул в центре. Тем самым он просто время потерял, отошел. Бочками откидывается там. Так, пред контролит. Господи, пока... Кстати, не вижу, чтобы у них вообще кто-то из игроков, что из одной команды, что из другой, прыгал в ТП, вот, в трубу. Не-не-не, я же слышу, я же говорю то, что по всей карте слышно. Кто-то там все-таки летает, и синие, да, пока отвлеклись на то, что они подумали, в РПГ кто-то уже залетел, пытались... А вот центр прыгает в трубу, да. Смотрим, что там у центре. Он пойдет на РПГ? Да, он пытается, да. Пока там противники отвлеклись, все, очень хорошо запрыгнул. В РПГ даже нигде не застрял, закручивает. РПГ на лифте уже ушел. Отлично, он сделал килл с РПГ. Одного, второго сейчас берет с шутгана, да, мало хп ему оставил. В итоге квас его наказал за эту попытку. Ладно, РПГ главное не отдал. Встреча двух противников, в центре убивает кваза. Карнейдж с кредом там дерется. Центр не попадает с дробовика. Кто в РПГ полез? Кто? Привет, взял РПГ? Взял или не взял? Ну-ка, ну-ка. Не могу понять. Пока не вижу, заряжается проект. Ну ни у центра, ни у преда нету РПГ. Тогда бы уже взяли в руки, потому что надо контролить. Может, точка неудобная была. Вот на лифте приехал в центре к нему. Да, не берет РПГ. Что делает квас? Вас сейчас будет с шарами заходить. Карнедж ждет его. Они идут параллельно друг другу с разных мест. Пред полез в РПГ. Квас почему-то не среагировал, даже не пытается выйти, пульнуть шарик. Он на отходе просто действует. Карнедж тоже. Они, походу, до конца не отхилились. Да, квас отхилился. Спамов сейчас поднаберут. Хороший выстрел сделает, к сожалению, его не было. Как сейчас хорошо темплейны сработали. Карнаж с квазом. Но повезло, конечно. Равный счет, 21-21 двух команд. Не добивает карнаж, не попадает. Ну все, убежал. Угу. При этом надо отсылиться, на лоу хп отходит, его все-таки убивает. СМС. Вдвоем просто в паре. В центре убивает с РПГ, может отдать его, блин, пустанулся чуть-чуть, но ударился. Молоко в центре остается, достал магну, ничего не сделал. Пред тем временем отомстил, разменял, ребята там сражаются в центре рега. Это, я думаю, почет Спаку был отдан. Так, класс. Все равно, смотри, неплохой счет, несмотря на регу его. Да, это нормально сейчас. Лидирует. В центре молодец. Да. Так, база лоу КП, в центре вылетает, его убивает на развороте. Карнейдж думал, что пойдет на РПГ в центре, но он это не сделал. Попадание здесь по Карнейджу, много КП было, много армора. Да, в центре убил Карнейджа. Квас убил преда. Из центра отомстил просто за своего тиммейта. Разорвал, так сказать. Порвал его. Центр пытается откилиться, откидывает себе гранаты. Квас сейчас поможет своему тиммейту убить центра. В центре слишком много хп должно быть. Да, у него 93 осталось после драки. Не дают ему зарядиться.
Да, тем временем Кармейдж заряжается, Квас там пытается с ребятами бороться. Отошел, тоже нужно немножко на зарядку восстановить. Кармейдж уже минуты пытается на зарядку нормально встать. Кармейдж, походу, ждет момента, когда можно будет с РПГ пройти. Ребята в этот момент... не даст ему это сделать. В центре попытался. А что они прикольно играют сейчас, вот класс с Карнадом. Там друг друга сейвят везде. Да, они прям парой ходят. Как вы вчера ходили парой. Че, это позавчера было. Ну, блин, для меня это было вчера. Вчерашний день я даже не помню, потому что я случайно напилась. Ну так, случайно у всех бывает. Случайно, в среду случайно. Да, блин, у всех бывает, да. Перформанс, когда я его сегодня в доту позвала. Сейчас, ты сейчас не в отпуске же, да? Ты сейчас работаешь. Да, завтра на работу. Блин, нормально. Время уже 12, офигеть. Я думаю, что я хочу спать. Да, мы с Тамарой ходим парой. Квас бывает в центре. Встречает еще противника на своем пути, который только риснулся. Карнедж его там наградил под стволкой. У вас будет брать РПГ сегодня или нет? Да, берет. Он быстро будет запрыгивать. Преда нужно подсобраться, совсем не уйдет. Походу сам карту в любом случае. Иначе 3-1, конечно, будет вообще некрасиво. Так, Квас подсосался на зарядке, все равно ему там очень много ХП снесли. Будет ресурсы восстанавливать свои карнеджи. Настреливаю. Тем временем стрелялся с предом, умер, и Квас просто отомстил за преда. Ой, за... Господи. Все, я уже заплетаюсь, я сломалась. Квас убился, как? Я не видела. А пред прыгает, сейчас будет брать РПГ, распрыгнется хорошо, так чтобы без задержек будет брать. Залетаю. Они про него слышат, они его видят, они его сейчас будут взрывать. РПГ отдал! Отдал Карнейджу РПГ, господи. Что сейчас будет Карнейдж делать с этим РПГ? А, это Квас забрал, извините, пожалуйста. Квас забрал. Смотрит подходы снизу. Отжирается, армор нужен, чтобы РПГ держать нормально. Так, ребят, тем временем тоже отжирается, потому что против РПГ выходить очень сложно. В центре пошел в трубу, в центре летит. Квас будет это контролить? Квас смотрит. Да, он проверяет, не берут ли ребята РПГ. Пытается закрутить, не попадает. Заходит. На он не начинает стрелять одиночным выстрелом. Зачем? Да, Пред убил Карнейджа. Квас тем временем в центре добил. Респу поймал. Отлично. Остались ли у него ракетки? Да, он подбирает ракетку, потому что не остались. Сейчас будет смотреть комнату со спалом. Закрутит, убьет в центре. Да, да. Карнейдж на зарядке стоит. Ой, хотел Квас похилиться, но не услышал противника своего, как он к нему подошел. На трубе кто-то летит. Квас сейчас будет брать РПГ. Вошел во вкус? Нет, не вошел. Решил не брать. Как это он так прочитал? А, он, наверное, услышал, что в трубе за ним летят. Угу. И не пошел на РПГ. Правильно, все здесь, кстати. И тут под крысью красиво. Слушай, ну... У него бы комната с РПГ закрылась. И он бы просто... не вошел бы в РПГ, пришел бы извне его контролировать. Да? Ну да. Счет тем временем 47-32. Скоро конец игры, будем наблюдать, как Карнейдж с Квазом будут где-то прятаться. Перекрестный огонь. На деле уже 15 килов. Ой-ой-ой, Квас поймал кого-то в РПГ, начал по нему стрелять, сделал попадание. Пред вышел. Сделал попадание. У него 40 килов, он отходит, будет хилиться. В центре сражается. Против Карнейджа. Карнейдж его убивает. Также Квас в этот момент убил его. В центре. Да, не ожидал я, конечно. Я надеялся, что Сеф развалит. Но еще будем надеяться, что отыграются, ребята. Ну, у нас есть 5 минут, есть вероятность того, что они заберут какое-то преимущество против Кваза.
Карнейдж убивает Фреда. У вас в этот момент хилится, у него должно быть очень много армора. Все, да, всю зарядку заберет. Да, Фред промахивается, не попадает. Даже ХП не отнял у него. Карнейдж отхилился немножко. Ребята снизу сейчас будут заходить. Лёд дает в голову центра. Да, задефали. Прошу прощения, задефали задефали. Фред пришел, убил Карнейджа. А, квас у нас сейчас снизу будет заходить. Да, угу. Квас заходит. Карнейдж за ним не идет. Карнейдж... Ага. Господи, со спамом. О, под стол не выкинул. Походу, не оказалось. Привет, разворачивается. Два. Четким попаданием Карнейджа в центре пойдет сейчас в РПГ. Квас, возможно, его будет контролировать за ним с комнаты с зарядки. Выпнул за ним, да? Успел. РПГ не отдал. Вообще не дает, да, РПГ. Комната закрылась. Нет никакого контроля. Ну, Квас разошелся, что идет контрол, у него все залетает. Читы на мышку установил. Сказал, что не работает. Сам читы установил. Шутка, конечно, он его не делал. Так, Карнейдж с Квазом выходит на арену. Будет ли кто-то быстро подобрать? Нет. Квас Фреда убивает, в центре убивает Кваза. На зарядке стоит Карнейдж, смотрит, не зайдет ли кто-нибудь в РПГ. Встретил там СФ. Угу. РПГ пытался взять Фред, но... Кваз, да. Да. Блин, ну с таким счетом ребятам даже не придется прятаться где-то в конце карты. Это слишком хорошо. Победа. Кашет отпускает. Вас поймал гранатку от Преда. Кто-то там на помощь летит на трубе. А, это с центра летел на трубе. Убивает Кваза, хороший килл делает. Господи, как же там Карнейдж поседает, боже мой. Привет, Кваза где-то параллельно убил, Карнейдж сентри убрал. РПГ он не пойдет, ему нужно отхилиться. Кваз сейчас вместе с Карнейджем за Предом гонялись с респы. О, сентри глухо прям ему под стволку это закинул. Карнейдж его убивает, Пред мстит просто. Привет, пойдет за РПГ. Он не знает, где противники находятся, он пытается. Все, да, за ним уже смотрит, не может взять. Блин, очень большая карта для того, чтобы в РПГ просто так заходить. Да, нужно подсейвить хорошо. Да, нужно прям быть полностью уверенным, что ребята далеко находятся. Кстати, Карнаш так потянулся, неплохо начал тоже настреливать. Прям по счету идут они на себя. 34-33. Ну, Карнош прям начал настреливать. Одна минута остается, походу, все. Привет ставит хедшот Квазу, который контролил в этот момент в центре. Да, Карнейдж с РПГ стоял, смотрел. Привет его убил, подобрал РПГ, сейчас будет контролить. Возможно, у ну, спину кто-нибудь войдет. Сейчас сверху на трубу вроде как не заходил. Да, пошел кто-то в трубу, Пред почему-то не контролирует эту зону. Возможно, сам туда он кто-то что-то не заходит. Центр убивает Кваза, который с пистолетиком на него напал. Карнейдж берет спамы. А, все, Карнейдж в позиции. Карнейдж стоит просто все. Где? Он вроде бежит, смотрю. Не, он сейчас просто стоял в этом туннеле. И все. Может, на помощь подошел. Пламя пишет. Мы отомстим Квазу лично. Беру это дело на карандаш.
Правильно, Пламбекс. Давай, напьешься энергетик, развалишь. Просто один на один ему отомсти. Blue team wins. Да, игра заканчивается со счетом 72-53. Общий счет 3-1 в пользу XMS. Хорошая была игра, только если бы ребята в конце просто не сидели. Не ждали. Смотри, погода. Ура, я зашел. Ну что, там кто-нибудь подключится к нам в Discord с ребят? Думаю, вряд ли. Не баньте, пожалуйста. Да, умнички большие. О, Пламец заходит, чтобы сказать лично все свои эмоции, да? Завтра. Все, у вас личная вендетта, да, началась? Будете к вас мстить? И Карнейджу за то, что он сделал. Пламбит ответит. Ответит. Блин, ты еще угол говоришь. Ну все, я думаю, на этом все. Буду заканчивать. Прям заканчивать, наверное, да. Да, уже пора идти спатеньки. Спасибо всем большое, что смотрели. Фред центра, заходите кто-нибудь в Discord. А, ты хочешь это, интервью взять? Все, да. Все, да. Ладно. Вот так. Центра ты. Центра ты. Ладно, ну, ладно, не будем их тревожить. Да, все, спасибо всем большое. Хорошая а была игра, была сильная. Да, 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 да. Жестко стрелялись. Угу. Борьба. Круто. Да, тебе спасибо большое, что был со мной все это время. Поддерживала, а то я не знала, что мне без Сашки делать. Вот. Так, ладно, ребят, давайте большое всем спасибо, что смотрели, что писали в чате. Вы умнички все большие, молодцы. И пасты, кто там писал, Чебёк, тоже. Чебёк, ты пошла? Молодцы. Давайте, пока.